Мои вітання глядачам телеканалу Z. Це програма «Здоров'я». Я ее ведуча Анна Миронова. І ми починаємо. Гіпертонічна хвороба фактори ризику. Ось так звучить тема нашої сьогоднішньої розмови з експертом. Будемо розбиратися в питаннях, як і чому виникає таке захворювання, а головне, почуємо корисні поради від спеціаліста, як прожити активне життя з гіпертонією. Тож представляє нашого сьогоднішнього гостя це сімейний лікар, терапевт медичного центру Саламандра Віолета Васильівна Дмитриченко. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякуємо, що ви змогли. Завітати до нашої студії в такий нелегкий час, бо ми всі чудово розуміємо, що саме сімейні лікарі, терапевти вони знаходяться на лінії фронту боротьби з освітньою пандемією. Тож розкажіть, будь ласка, як я так хвилююся сьогодні, як ніколи. Розкажіть, будь ласка, як функціонує сімейний лікар в медичному центрі Саламандра? Чи можна з вами заключати декларації і чи всі функції виконуються платно? Да, значит, в нашем центре можно заключить декларацию с семейным терапевтам семейным доктором-терапевтом бесплатно. После заключения декларации пациент, пациент имеет право на бесплатную выписку электронного направления, на различные методы обследования, также на консультации узких специалистов, также сдача общего анализа крови, общего анализа мочи, сахар крови, выполнение электрокардиограммы, холестерин, то, что входит в протоколы по обследованию. Значит, в нашем центре можно получить консультацию, но это уже платно узких специалистов, гастроэнтеролога, гинеколога, эндокринолога, невропатолога, кардиолога выполнить УЗИ различных органов, то есть органов брюшной полости, УЗИ плевральных полостей. Также Консультации узких специалистов человек может, пациент может получить в электронном направлении, если в любой государственной, например, клинике при заключении декларации с семейным терапевтом. Значит, Дальше в, нашем, в, нашей клинике можно выполнить, извините, немножко волнуюсь, в нашей клинике можно выполнить различные вакцинации от желтой лихорадки, от гепатитов А и Б. Также от ветряной оспы, профилактика пневмококковой и менингококковой инфекции, вакцинации и профилактика рака шейки матки. Так. так. Ну, так. до речі, це досить важливий акцент в тому, що в приватній клініці можна одночасно поєднати і безкоштовні програмні так, обстеження, як за декларацією, які заключаються, і одночасно звернутися до вузьких спеціалістів вже за доповнення. Так, за доп... так, і можна ще виписати електронні рецепти по програмі Доступні ліки. Це теж в безплатну програму. Виповнити рентгенграфію по електронному направленню. также пациент может бесплатно пройти тесты. У нас также есть тест экспресс, тест ПЦР, тест на ковид бесплатно по клиническим показаниям. Uh -huh, uh -huh. Okay. І це важливо теж запам'ятати, бо досить okay. часто люди хвилюються через те, що це приватна клініка, що там все лише за гроші, а виявляється. ні. Так, да, безплатно. І К нам часто обращаються пацієнти, з ОРВІ, і також з также заболіваннями гіпертонічна болість, болезнь, діабет, ішемічна болість, болезнь, декомпенсовані також пацієнти. А, є у нас ще маніпуляційний кабінет, і там, где днів стаціонар, ми можемо пациент. могут получить также если доктор назначает например, там капельницы то есть лечение инъекций капельницы это все возможно в принципе полноценное лечение в одни клинике да, вы обеспечиваете да, да. ну власне, у нас основная тема нашей разговора это самая гипертоничная хвороба. что это за захворювання? значит гипертоническая болезнь это стойка повышения артериального давления больше чем 140 на 90 если однократно это нещит но ну, у человека уже может, например, в течение нескольких лет периодически начинать повышаться давление, то есть на это нужно уже обращать внимание. Угу. А кто взагалі находится в зоне риска и какие факторы риска у этого угу. захворевания мы можем назвать? А, значит, вообще 45 где-то человек не знает о том, что они болеют, что у них гипертоническая болезнь, угу. то есть они никак не ощущают. Это и мужчины, и женщины, но больше все-таки это мужской возраст чаще. Угу болеет значит факторы это ожирение это алкоголь злоупотребление алкоголем это также никотин также происходит Возрастное изменение функции эндокринной системы с возрастом, климактерический период у женщин, нужно, отметить, также отмечается повышение артериального давления. Значит, пациенты, у которых тоже сахарный диабет, высокие уровни холестерина, они также являются в группе фактора риска. Возрастные категории, это сейчас уже даже и у молодежи, более это больше, если старше 40 лет. Также предрасположенность наследственная, если там родители болели, там папа, мама, может быть, бабушки, дедушки, это также является фактором, фактором риска. Uh -huh. а а чьи є профессии, которые, может, можуть призводити до Да, да, так. Э, профессии, если же, например, человек работает посменно, это также, то есть он не высыпается, нарушается, то есть бодрствование сна э, и сам ритм. Э, значит, э, те, кто в ночные смены, да, это раз. Э, потом, э, значит... Э, те у которых имеется постоянно вот как бы напряжение то есть да, доктора у нас те кто например продавцы да то есть все кто имеют ну, как бы общение с пациентами. Эмоциональное перенавантажение. Да, так. да. Также э, может быть, например, человек понервничал дома, там что-то семью, где-то какие-то либо проблемы. Это также вызывает подъемы давления. Если это часто повышается, естественно, то есть сосуды и постоянное колебание давления, это также приводит к гипертонической болезни. То есть гипертоническая болезнь это хроническое заболевание, которое не излечивается, и которое надо принимать постоянный прием препаратов, назначенные терапевтом. Угу. А мы можем назвать такие статистические данные, насколько часто встречается гипертония в Украине и, и как часто вы, знаю, боретесь как ликар mm, Обращаются очень часто с гипертонической болезнью пациенты. Каждый второй, третий человек сейчас болен. И, как же я говорила уже ранее, что 45% примерно. По статистике они даже не знают. То есть не проявляется никаких симптомов ни головных болей, ни головокружения, которые присущи для гипертонической болезни пациент. Просто ходят спокойно он не ощущает этого ничего ну чаще опять же мужчины болеют Угу. Ну, а как часто до вас звертаются? Вот, например, после ГРВИ и каких-то простудных захвореваний, так, на другом месте? А, сейчас, да, сейчас, после, особенно, вот, ковидные пациенты, да, если переболел, переболел коронавирусной болезнью, мы знаем, что человек, который переболевший, то есть обостряются хронические заболевания. Это в том же числе гипертоническая болезнь, то есть нестабильные цифры давления. Начинаются гипертонические кризисы, то есть здесь стараемся то есть, выравнивать и подбирать терапию. А які б ви могли назвати небезпечні симптоми, які можуть свідчити саме про розвиток гіпертонії, з якими варто терміново звернутися до лікарів? Uh -huh. да. Так, це головні болі, головокруження, вони можуть быть... бути, це вже йде как бы, пораження головного мозку, тут треба звернутися до Головокруження можуть бути при зміні положення туловища, або ж просто вот людина поворачує голову там, в сторону. Також може бути шум в голові, в ушах, глазные яблоки, ощущение как бы боли, то есть тоже нужно измерять давление, смотреть. Также, если часто повышается давление, то поражаются это органы мишени, это сердце, головной мозг, почки, ну и сосуды также. Угу. То есть, если вы чувствуете какие-то части головни боли, так головокружение, то вы звертаетесь к лекарю. Что же да. дальше? Значит, обращается дальше человек должен до да, обследоваться. Это, во-первых, сделать электрокардиограмму для начала. По мере ну, давление пациент должен измерять хотя бы тут, который первично. В течение двух недель утрами и вечером измеряет давление, записывает себе, ведет дневничок делаем электрокардиограмму, делаем УЗИ сердцем, глазное дно окулист осматривает. Если необходимо, есть какие-то головокружения, шум в голове, в ушах, здесь нужно сделать дуплер сосудов головы и шеи. Дальше УЗИ почек смотрим и уже выявляем, то есть если там есть какие-либо поражения органов мишени, тогда вставляется уже определенный диагноз, подбирается определенная терапия. Угу. А как можно в и неправильно диагностировать? Яких помолок может... Если пациенты, как у нас обычно любят в интернете почитать, да, то есть там различная информация выкладывается, и то есть, ну, прочитать неправильно, неверно, не, не быть медработником, то есть здесь, естественно, происходят ошибки. А человек поднялось давление, он выпивает, например, каптопресс там взял, да, принял, там, калофелин принял, все, снизилось давление, он дальше не принимает. То есть ему уже хорошо, ему легче стало. Он не принимает препаратов. Это неправильно. Цифры давления нужно удерживать на одном уровне, а не снижать их. То есть если же ну вот, снизил, да, хорошо, ему стало легче, но такого не должно быть. То есть не допускать до гипертонических кризов. старатися то є обращатися сразу к врачу к терапевту который назначит, либо кардиолог, терапевт, к врачу, который назначить грамотне пральне лічення ну, тобто це хронічне захворювання да. так яке зовсім не виліковується ви Звертаєтесь до лікаря і лікар вам назначає лікування, яке постійно треба приймати, так? В чому небезпека, коли ти його не приймаєш постійно? Часто починаються гіпертонічні кризи. Далі це розвивається що енцефалопатія, це інсульти, це інфаркти приводять. І якщо... человек, например, самостоятельно принимает препараты, он не знает, он не может откорректировать. То есть там зависит еще нужно раз, различная группа препаратов, где нужно контролировать не только давление, нужно контролировать еще, например, частоту сердечных сокращений. То есть, соответственно, туда назначение препаратов. То есть там обращать внимание на различные факторы нужно. То есть существует такая небезпека, когда, например, человек сама себе решила изменить так кто-то порадовал, или да, интернет, в интернете знайшов. В чем тут небезпека? Небезпека в том, в чем значит, пациент, например, не померил давление, он ощутил, вот у него головная боль, да. Ему посоветовал сосед, говорит, это, наверное, у тебя повышенное давление, прими там таблеточку Каптопресс. Принял таблетку, у него упало давление. Это не хорошо. То есть человек может это ведет, опять же, давление к потере сознания, например, то есть цифры давления тоже нельзя снижать там, например, больше 20%. Это обязательно нужно измерять. Если же резко снизится давление, может опять же привести либо же к инсульту, либо же к инфарктам. Это тоже ведет за собой последствия. Либо же вот какие-то синкопальные состояния. Угу. А что такое гипертоническая криза? Вы уже неодноразово про это сгадывали? Да, гипертонический криз ⁇ это цифры давления, например. Значит, для человека комфортное давление 120. А для него уже 160-180 это очень высокое. И он ощущает, то есть у него начинает болеть сильно голова, там могут боли быть, сердце может рвотой сопровождаться также, может быть головокружение. Вот это вот и есть гипертонический криз. Почему не случается, что часто пациенты, когда начинают принимать лечение, назначенное терапевтом, а они себя начинают ощущать хорошо, то есть самочувствие улучшается, все прекрасно. Они решают прекращать прием препаратов. Естественно, препараты, например, одни из них ингибиторы АПФ, значит, те, которые нужно принимать постоянно, они накапливаются в течение двух недель, набирают своего максимума уже на второй неделе, и цифры давления уравниваются. Но за этот период в течение двух недель могут быть повышаться цифры давления там кризы быть гипертонические, пока не выровняется уже давление и не накопится препарат в организме только накапливается препарат в организме человек постоянно принимает его и цифры давления удерживаются дальше mm -hmm. если же человек день два например там третий день то есть или вообще прекратил пить препарат выводится из организма, и начинается тогда уже как бы синдром рикошета, подъем цифр давления. То есть начинаются гипертонические кризы. Вот это, это опасно. Но гипертонические кризы также могут быть, например, когда человек понервничал, да, психоэмоциональное напряжение, когда, может быть, там какие-то погодные условия для кого, как бывает и такое, что себя то есть человек принимает приймає нормальные препараты, так, але все равно они не справляются с подвышением тиска, да, да, они не справляются, потому что и здесь нужно корректировать каждому пациенту индивидуальный подбор препаратов Uh -huh. И э, не одна группа препаратов, а, соответственно, его сопутствующих заболеваний подбираются э, различные группы препаратов. То есть, если была гипертоничная криза, это одразу госпитализация или нет? Э, нет, это не обязательно госпитализация. Это обратиться нужно к своему семейному доктору. И дальше уже решить. Если же это частые подъемы, например, давления, то есть они нестабильные, не, не справляются, значит, можно госпитализировать и дальше уже. Но все равно, как пациенты у нас любят капельницы, да, капельницы, это понятно. Но прием препаратов никто еще не отменял от давления, их нужно принимать постоянно. Угу. Капельницы, пожалуйста. А че такая зависимость, например, если ты в жгучей перетонии, то тебе нужно периодично лежать в лекарни, прокапываться, как говорят? Да, да, для улучшения сосудистой стенки, потому что как бы даже и с воростом, и никогда повышается постоянно это цифры давления сосудистая стенка уже не такая эластичная, не такая растяжимая, естественно, и получается повышается цифры давления. Те же атеросклеротические бляшки способствуют этому повышенный холестерин, да, формируются атеросклеротические бляшки, не перекрывают этот сосуд и начинают, то есть не может сосуд не растягиваться, ничего, естественно, начинают повышаться цифры давления. Ну, естественно, раз в году, два раза на год хотя бы сосудистую терапию нужно ложиться в стационар, прокапываться, либо же дневной стационар. То есть за показаниями индивидуально? Индивидуально, да. Но не сейчас у нас выпит такой режим, особенно в стационар здесь больше как бы Пациенты в стационарах. То есть желательно желательно, конечно, но ну, на дневной стационар. Угу. Тобто, такий теж можливый вариант, что людина в день просто приходит и так проводит свои процедуры? Да, возможно, но там, где в стационарах, сейчас, учитывая просто эпид режим, в каждом стационаре это по-разному. Угу. Зрозуміло. А скажите, будь ласка, який взагалі тиск вважається нормальним? Чи для кожної людини це індивідуально? Для каждого индивидуально. Есть для человека, например, 120 для него это хорошее. 120 на 80 или там 120 на 70 для одного человека он гипотоник. Для него 90 на 60 либо 100 на 60 для него это отличное давление. Но оно может, например, подпрыгнуть, то есть там выше 130, все это уже для него высокое. То здесь индивидуально нужно смотреть. Для человека и 150 для него хорошее но 150 это уже считается повышенной цифры давления и он может себя чувствовать при 150 хорошо чем при 130 либо же например при 200 он может себя чувствовать хорошо а уже при 130 это уже то есть ему плохо но если 200 давление он чувствует себя хорошо 200 там на 120 на 100 просто сосуды уже привыкли адаптировались к этим цифрам давления и они уже как бы привыкли работать в нагрузке угу. и когда мы начинаем уже принимать препараты то есть стабилизировать где-то в течение двух недель может быть, могут быть там головные боли то есть такое ощущение дискомфорта тяжесть в голове то есть ну такие вот различные моменты могут быть и как только две недели просто выдержать хотя бы этот период то есть у ну, каждого в принципе по-разному и подбор препаратов подобрали все давление выровняли и тогда уже на 200 он уже будет ощущать естественно что ему плохо а лучше когда человек он ощущает это давление угу. плохо когда не ощущает то есть идет по улице давление 200 он упал все То есть, mm -hmm. без либо же ну, летальный исход, либо. А так он обратился к доктору, он почувствовал головную боль там, какую-то слабость, там головокружение, обратился боль в сердце или еще что-то, обратился к доктору, ему оказали помощь. То есть вот, mm -hmm. А чем может, например, гипотоники, те люди, у кого пониженный тиск, так mm -hmm. з часом стать гипертоником? Могут, могут может. А могут. С чем это может быть связано? Значит, это может быть, опять же, что же с разными факторами риска, о которых я ранее упоминала. Это тоже может быть и эмоциональное напряжение, и возрастная какая-либо перестройка. И бывает, что после перенесенных, например, инфаркта вроде бы как давление невысокое было, а уже потом начинают расти цифры давления. То есть здесь разное, разно, каждому индивидуально. Угу. Тобто гіпертонія вона може викликати ряд небезпечних захворювань, так, і патологій. так. Як це відбувається? Людина не лікується, так, або лікується неправильно. Що далі відбувається? Так, да, якщо чоловік, опять же, не приймає препарати, то йому стало вже добре, все отлично, вроді би як там. прекрасно. Здесь начинают через некоторое время, пусть там через месяц, у кого у каждого по-разному, начинаются подъемы цифры давления. Естественно, сопровождается это частыми гипертоническими кризами, что может опять же приводить к энцефалопатии. Энцефалопатия — это может быть и снижение памяти уже в более возрастном периоде. Это также сопровождаться осложнения, как я уже тоже упоминала, и инсульты, и отеки легких могут быть и инфаркты, если человек не будет выполнять рекомендации. И не бежать к соседу все-таки, да, а нужно обратиться к доктору, а не, и также не в интернет. Це досить важливі аргументи, бо, на жаль, на сьогодні досить часто люди займаються самолікуванням, а це насправді дуже важлива тема гіпертонії, яку ти не можеш сам зупинити. І чи. Есть якісь то наприклад, например, можуть может допомогти не поднимать этот тиск. Да, диета обязательно есть, которая, например, э, так же как и гипо при когда высокие холестерины, да, то есть это мы исключаем жирное, жареное, копченое, острое, алкоголь, естественно, <laughs> исключаем из рациона, э, ну, никотин, понятно. Значит, питание, например, то есть в чем у нас, например, больше это злаковые, то есть хлеб из злаковых зерновых культур. Много, например, то есть смотрите, где много холестерина в продуктах, это могут быть яйца, например, в желтке, то есть яиц много. В тех же, например, масло, там сметана, да, то есть там, где очень много холестерина, эти продукты вообще нужно исключить. Mm-hmm. Um... А как это, в целом, внутренне Через холестерин? Что відбувається с организмом, что поднимается тиск? Вот, формируется атеросклеротическая бляшка, опять же, если повышенный холестерин, э, формируется бляшка, она может быть в сосудах головного мозга, она может быть в сосудах э, нижних конечностей, атеросклеротическая бляшка, э, которая может приводить к повышенным цифрам давления, она перекрывает сосуд, э, эти же сосуды, они становятся нерастяжимыми. То есть чем она опасна, это тоже инсульты и инфаркты, смотря где эта атеросклеротическая бляшка, в какой сосуд она попала. Угу. И, например, холестерины, но опять же, это повышенный холестерин может у пациентов быть с патологией щитовидной железы. Это не обязательно. Может быть, это семейная также предрасположенность к наследованию, семейная гиперхолестериномия, Это тоже может быть. То есть Холестерин уже обязательно, если есть в семье, то есть, это когда человек приходит, пациент приходит к доктору, он выясняет анамнез, уточняет, кто может быть в семье, чем болел, что было в анамнезе у родителей, там от чего, не дай бог, конечно, летальный исход родителей, мама, папа. То есть, это предрасположенность фактора, это обязательно все это нужно, мы уточняем у пациентов. И уже дальше, то есть, обращаем внимание, необходимо там провести. Холестерин необходимо контролировать раз хотя бы в три месяца. Угу. И эм, желательно не только холестерин, а полностью липидограмма. То есть, очень важно липопротеиды очень низкой плотности, низкой плотности, высокой плотности, три глицериды. Потому что один холестерин может быть и норма, а вот из этих показателей какой-то из них может быть повышен что это очень важно. И также они могут за собой вести. Mm, слідстві. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, ха з харчовою дієтою ми розібралися, як бути з тією шкавою або чаєм. Чи можуть вони все-таки підіймати тиск? Чи це міф? Да ні, кава теж може повищати, кофе давління повищають все-таки. Хоча, вроді, і в чаї, да, кофеїн є. Ну, бажано не злоупотребляти кофе. бажано. Тому що, да, є пацієнти, які люблять пити таблетки давління, запивають кофе. Так. Так, так, так. Есть... Ни бы я и ликуюсь, но одночасно и посмакую кофе. Да, да, да. То есть есть такое. Ну, плюс еще учащенное сердцебиение, что вызывает кофе. Да. Есть пациенты, которые э, пьют кофе, потому что вроде как не проснулся, слабость какая-то, нет энергии. Да. Выпивают кофе, вроде как энергия в клет ну, с клеток то есть выделилась. То есть ему энергия появилась, и он одну чашку, ага, Вроде хорошо, опять какая-то сонливость появилась. Вторую чашку, ну то есть так много чашек до пяти и более выпить в день нежелательно. Ну, вообще при гипертонической болезни кофе пить нельзя. Угу. А как часто треба измерять тиск, вот, если у тебя хвороба? Чи є желательно, тиски? желательно мерить утром и вечером по правилам. Да? То есть, когда пациент принимает препараты, это утром и вечером. Есть препараты, что принимаются от давления один раз в день. А есть принимаются, что утром и вечером. То есть, период полувыведения препаратов мы обращаем внимание. И у кого это может быть злокачественная гипертензия, там не только один препарат, там может быть и до четырех, и до пяти препаратов приемов только на этих препаратах может контролироваться уровень давления бывает до 5 да бывает такие. Но желательно контролировать утром и вечером перед приемом препаратов. Uh -huh. и от давления. Это будет все-таки правильное. И если почувствовал себя плохо, обязательно измерять давление. Может быть, после приема препарата вдруг он принял давление было высоковатое, а вдруг потом снизилось давление. Почувствовал себя нехорошо. Естественно, тоже нужно контролировать давление. Но вообще это делается ежедневно. Гипертонические гипертоники, пациента они должны это делать ежедневно. Желательно утром и вечером. Это правильно. Uh -huh. То есть, главное задание это выровнять тиск, чтобы он да. был нормальным. Не сниженным, да. не подвышенным, да. так? Да, так, так. Чтобы давление не, нам, например, повышалось, давление мы снижаем, это так нельзя делать. Э, да, ну раз-два мы сделаем, но сосуды не выдерживают. То есть надо просто подобрать, чтобы цифры давления были на одном уровне. Это, естественно, только делает доктор, не сам пациент. Угу. Ну и наприкінце нашу разговора хотелось бы от вас почути корисні порады, как вберегти себя от возможной гипертонии. Ну, естественно, контролировать цифры давления, модификация образа жизни, а, дозированная ходьба, это тоже ведет к здоровью. А, заниматься зарядкой ежедневно желательно, это также а, правильное питание. А, а ну, как быть с физическим оноважением мы уже людям с гипертонией? Значит, язычными здесь, конечно, лучше делать определенные упражнения. Это зарядка. То есть такие упражнения, как ну, спорт пока нет, это нежелательно. То есть, если они делают очень большую физическую нагрузку, естественно, будет и повышаться давление. То есть здесь быть очень осторожным нужно. Угу. Тобто людина має сама розуміти так в дозованих фізичних навантаженнях, коли її уміряний. Уміряйте фізичні навантаження вони такі, що да вони можуть привести повишеним цифрам до війни. Чому я запитую? Бо нібито здавалося, що для того, щоб не підіймався тиск, ти маєш бути спокійнішим, себе не навантажувати, але одночасно, коли ти не будеш фізично активуватися, так то ти можеш викликати на себе якісь інші захворювання. Конечно. То як тут бути? Як тут фізичні ні, фізично треба себе навантажувати, но це все постійно. А не навантажувати, не нагружати себе. Это единственное, що вот здесь во. Может быть, где-то добавить даже успокоительные препараты. Опять же, это все доктор назначает, и тогда человек более-менее он спокоен, он не нервничает, нет вот этих вот эмоциональных нагрузок, чтобы не было эмоциональных нагрузок. Физические нагрузки умеренные, они должны присутствовать обязательно ежедневно. Угу. Тобто більше тривогу викликає саме емоційне да. навантаження. Да, так, да. нагрузки єжедневно, ми це лінімося, але ми повинні робити, виконувати ці. Тобто фізичні нагрузки повинні бути. Угу. А як бути з емоційними навантаженнями? Ви кажете, можливо, зверну... звернутися до лікаря і заспокійливі да. теж тут можуть да, бути. Так, так, і вони також можуть уравновішувати. Тобто буває так, що чоловік понервничає, і у нього на фоні цього повищається цифри давлення, він випив успокоїтельний пацієнт, все, и цифры давления опускаются. То есть здесь тоже надо быть аккуратно, потому что если он понервничал, повысилось давление, он принял от давления плюс еще успокоительный препарат, то может сильно упасть давление. То есть главное, только как где-то эмоциональная нагрузка, выпил успокоительное, подождал немножечко, перемерял давление, дальше уже действовать как. Тож на цьому ставимо крапку в нашій розмові. Пам'ятаємо, що головне емоційно себе підтримувати, не перевантажувати і на цьому тримати гіпертонічну історію в рівноваженому тиску. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із сімейним лікарем, терапевтом медичного центру «Саламандра» Мандра Віолетою Васильівною Дмитриченко про гіпертонічну хворобу. Сподіваємось, її корисні поради вам знадобляться в майбутньому. На цьому це все. Зберігайте спокій. До побачення.